Сегодня у нас 11 июня 2016 года. Утро. Вот мы в 5 часов встали. Это лагерь Стан, детский православный трудовой. Кругом туман. И вот пошли в первую очередь за водой. В туалет сходили и за водой. Комарики, конечно, кусаются. И вот сейчас мы посмотрим наших ребятишек. Вот и тут. Вот сейчас посмотрим. Куда они будут за водой ходить? Траву обкосили, чтоб ноги не мочили. Здесь сыровато, лучше, наверное, вокруг. Обведи их. Вот мы пришли на Скворечник. Вот он домик, где Игнатий Иванович. Ничего, с Божьей помощью привыкнет потом. Соня. Это питьевая, да? Ведра, если грязноватые, ополаскиваем. У кого новый, того не надо, а вот который старенький, надо ополаскивать. Так себе мне. Смотри. Давайте так, ставьте сюда. Нет, так. Все друг друга ждут. Потом только вперед. Пока стоим, комаров. Отмахиваем. Сходи, Виталий, сразу тебе шлак направить. Забираю, сразу ставишь. Ведром подходи, Кирилл, быстро, или чтобы вода мимо не текла. Нет, это целое. Нет. Еще один. Еще один. Ну что, видишь? От моего вдоха упал. Шарик у нас спит, да? У него еще рабочий день не начался. Мы уже за водой пришли, а он все спит. Сторож. Что-то вода слабовато бежит. Да, Виктор сразу заметил. Ну вот, слава богу. Все. Смотришь, что.